что сверху там находится? Там. Да? А, это же гудари. Это же гудари. Вот, чтобы ты понимал, все слово. Вот это вот все вот. Старый и крутые горки на Бадуаре. Бадуаре есть черные, для детей, все горки. Ну, ты если приезжать с ребенком кататься, конечно, лучше ехать на сюда или нам... Приезжайте сюда. Макуряне говорят, да, да. Макуряне. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Но в зависимости от того, если вы хотите в кинотеатр ходить, приезжайте в Макуряне. Если вы хотите не ходить в кинотеатр, а кататься, вы сами катаете, катать не будете. Видите, кататься лучше сюда. Здесь классно покататься. Ну, главное, чтобы и начинающему, и, ну, я, допустим, средне катаюсь, крутимся. Ребенок. А хорошо, крутимся. У-ху! Я буду расшатываться влево-вправо. Будет амплитуда расти. Тебе надоест, как? Нет, мне не надоест! И спиральку. Че, крутяк, да? Крутяк! Надо делать такое... Нет, реально круче всего полета. Это как при прыжке с парашютом. Это первые моменты, когда ты в свободном падении летишь просто. Щеки раздуваются. Сиди, пожалуйста, скрой тебе ножки вверх, дальше я встать на ножки, и быть готовой, и стоп, так сказать. Быть готовой к тому, чтобы пойти назад. То же самое, как и на... Потому что крыло будет ложиться, оно у нас и будет немножко тянуть. Камера рутация держит, держит. Давай я сейчас. Ой, знаешь, самый классный момент, это когда вот так вот крутили, я не знаю. Да, что-то... вот скажи. Без кондита плотный. Куда у Грузия, ребята, Оля, Анатолий. Приезжайте, летайте с профессионалами, летайте безопасно, получайте удовольствие. Вот, ребята, видите? Да, ребята подтверждают, летайте. Это мы, да, Андрюха, особенно да, те, это летуны. Мы подтверждаем, летчики из Чернигова. Нет, с парашютом там, правильно Анатолий сказал, разные упал и уже стал на землю. Ну просто придет.